Так, всем привет. На данном уроке мы разберем метод Panic, который позволяет сгенерировать ошибку и выйти из программы. Данный урок будет небольшой, соответственно, разберем на примерах, как происходит вызов данного метода. Итак, допустим, у нас есть две переменных A и B, которые имеют тип int условно. Значит, соответственно, мы хотим сделать следующим образом. Значит, у нас будет А равно нулю, а Б равна, ну, не знаю, там, 5, условно. Вот так вот сделаем. Значит, теперь попробуем сгенерировать исключение деления на 0. Все мы знаем, что когда пишется код, который не проверяет делитель, то происходит исключение деления на 0. Итак, давайте это проверим сейчас. То есть мы сделаем проверку, если у нас, ну скажем, что А это делимое, а Б нет, наоборот, скажем, b это делимое, а a у нас делитель. То есть, получается, если a у нас равно нулю, то мы вызовем тот самый метод, в который передадим текст деления на 0. А иначе мы вызовем результат, непосредственно этого деления. То есть мы поделим B на A и напечатаем результат. Итак, значит, мы сейчас убедимся в том, что B у нас действительно равно нулю, и оно никак не меняется. И когда код у нас начнет выполнение и дойдет до этого шага, мы войдем в оператор проверки условия, условного оператора. То есть сейчас мы выполним данный код и увидим, что происходит вызов метода panic, и горутина возвращает исключение, которое непосредственно по stacktrace можно увидеть, в каком конкретном месте был вызвано данное исключение и вызван метод panic. Соответственно, мы сейчас уберем 0 и поставим единицу, и тем самым мы увидим деление без исключения. Итак, значит, для чего применяется данный метод? Этот метод позволяет вывести непосредственно ошибку, которую вы закладываете в данные условия, и выйти из программы с исключением. Чтобы посмотреть, как это все происходит внутри, можно в студии IntelliJ IDEA, удерживая Ctrl, нажать левой клавишей мыши, и увидим описание интерфейса. Ну, на досуге можете почитать, познакомиться поближе с этими интерфейсами. Здесь очень доступно все описано. Единственное, нужно воспользоваться переводчиком. Итак, на данном уроке, он значительно был короткий, мы разобрались с методом panic, который может выйти из программы и вывести сообщение об ошибке. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Если просто хотите прокомментировать данное видео, тоже очень будет приятно прочитать комментарии. Всем спасибо. До следующих встреч.